Блин, шаги как будто прямо здесь. Ну и куда же мне дальше идти-то, я не пойму. Пойдем обратно в колодец. Может быть, там где-то есть люк в полу? В самой библиотеке. Да вроде не попадалось мне ничего подобного. Что-то здесь не так. Должен быть проход куда-то дальше. Ну, понятно, что здесь люков не может быть. Блин. Ух ты, у меня респиратор уже конкретно треснул. Ух ты. Плохой улов мне там попался сейчас. Пойдем обратно. Фу, не надо мне туда. Ну а как же, ну а где же, блин, а? Еще какие-то тоннели там. Чем это вы там занимались такой толпой?
Что там у меня с фильтрами? Практически закончились. Охренеть, блин. Открывайте, блин. Хозяин пришел. Я даже не знаю, нашел я что-нибудь или нет. Рад не новой помню. Встрече. О, детали оружия. Поразительно. Как ты все это дотащил? Это с того трупа, наверное. Ну вот и твое вознаграждение. На втором этаже. Ясно, все. Треть артефактов собрано. Ага. Фильтры. Раз, отлично. Два. Я думаю, этого будет пока достаточно. А может и нет. Патроны вперед. Патроны кончились, блин. Сколько у меня? 19 всего осталось. Да, пойдем с... братья ничего мне не расскажут нового? Будь здоров. Нет. Я думаю, сейчас вот отдохнем. Они что-нибудь новое сморозят. Морозили, они храпака теперь дают. Снаряга нужна? Конечно нужна, чувак, но ты же ее просто так не дашь. Так что придется мне опять лезть в эту гребаную библиотеку. И еще раз все внимательно. Я уже испугался. Помогите, спасите! Ушел, гад. Да я и так выздоровею. Немножко подождать просто надо. Колодца пока не будет. Пока подзарядим фонарик. Все, можно идти. Ну где ты, блин? Давай! Ну давай! Вот так. Еще один. И тебя жду. Еще есть. Я так понял, ты сюда же спрыгнешь. Еще есть. Идти нафиг, а то они, наверное, не кончатся. Ой. Я даже маску не поменял, блин. Пойдем наверх. Где-то что-то я явно упустил. Здесь хотя бы эта мелюзга не лазит, блин. Откройте! Гребаная маска. Люстра, что ли? Ну, прикольная люстра. А это...
Это, черт побери, что такое? А вот эту тварь можно убить? Вот так вот, хотя бы отвлечь, если не убить. Она вообще загнулась. О, часы. Надолго она, интересно, в таком положении? Очки. Вот и эта дверь открыта. В общем, давай-ка побыстрее все здесь обыскивать. У меня не так уж и много ресурсов. Маска убитая, блин, еще раз долбанут, может и вообще разбиться. Ой! Я вас не звал! Я просто поиграл на пианине! Держись! О! Понеслась! Я можно здесь отсижусь? Похоже, все. Спасибо, мужики. Ты как, живой? В основном. Ну и отлично. Что с тобой, чувак? А? Ты не заразный случайно? О, что-то нашел. Запись. 17-13. Да? Спасибо за подсказку, конечно. Ну-ка, я стариной. Ты играть умеешь? Ну ты талант, вообще. Помимо основного книжного фонда, в фондах библиотеки имеются специализированные собрания из более чем 150 тысяч карт, 350 тысяч фонд и звукозаписи. Икона. Пригодится для их алтаря. Около 275 километров. Жаль, что большая часть сгорела. Инструменты? Побырее надо, побырее. Обыскал. Он что-то говорил про пожарную лестницу. Но это ладно, это все потом. Мне пора возвращаться. Блин, опять там толпа из этих самых. Может, не толпа, а только один был.
Открывайте быстрее. Чёрт! Опять один ушел. Такой бонус перед тем, как зайти. Успел. Ну, что теперь ты мне дашь? А ну-ка я посмотрю, сколько у меня сейчас бабла. 103. Посмотрю, насколько увеличится. Эй! Изумите. Меломан хрена. Пригодится. Сегодня ты превзошел самого себя. Да ну? Ну, что получается? Держи. 4 артефакта, да? Будь там поосторожней. И что мне за них дали? 111. Не густо, я вам скажу, но... Ну ладно. Пойдем прокачаем свои пушки. Так, и к ПНВ у меня и так стоит здесь. Другого прицела мне не надо. Увеличенный магазин. 45. Хорошо. Я согласен. А чё, на него лазерный прицел не ставится? А, да, он же стоит у меня, ё. Туплю. Бывает. Тоже их ПНВ поставить? Нет. В принципе, на таком стволе он ни к чему. А стоит на 10 монет дороже. Поставим вот этот. Потом удлиненный ствол. И лазерный целеуказатель у меня стоит. Что там с фильтрами? На 5 минут осталось, да? Ну, по рукам. Возьмем пару комплектов. С патронами у меня не очень. Будет достаточно. Это продадим. Это пятак стоит, да? А это двушку. Возьмем пару за пятак и пару по два. Все? Теперь я упакован. И это дело надо обсохранить. Помнится мне те два бойца наверху. Что-то про пожарную лестницу говорили. Надо, наверное, снова к ним наведаться.
Мне бы Сайгу, но почему-то у них их нет. Побежали, не буду я связываться с этой мелюзгой. О, ребята уже срулили отсюда, да? Блин, ничего больше здесь тащить нельзя. А, вот комната. Открытая. А почему я в тот раз не заметил? Странно. Может, они сейчас ее открыли? Когда уходили. Или я просто был невнимателен. О, голая баба. О, тут куда-то можно пройти. Ну, это мы обследуем после того, как обследуем все внутри. Интересное местечко, но очень радиоактивное. А что на этих уродов не действует радиация? Блин, а? Ухожу. Значит так, туда я пойду, когда заполучу костюм антирадиационный. А это значит, мне надо экономить бабло. Но где же его теперь взять-то, если я все потратил на модернизацию стволов своих? Ну что, пробежимся! Назад, 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 радиация! Плющит не по-детски, эта табуретка показалась какой-то артефакт. Фу. Сколько же, интересно, антирадиационный костюм стоит, а? Пойдем вернемся. Поинтересуемся у мужиков. Хотя, вообще-то, они такую информацию не предоставляют. Только с двух попаданий в голову убился. Здорово. А где? А, вон он. Так, что у нас прятался. Тут? Не особенно полезная вещь, честно скажу. Бабки гони. Великолепная работа и соответствующее вознаграждение. Где вознаграждение? О, твой зверь вернулся. Всего 70. Блин. Нет. Ну, я так и думал. Фильтров еще на 10 минут у меня. Ой, я могу продать 3 патрончика пистолетных. Это мне, конечно, ничего почти не прибавит.
Все равно нет. Кредита, уж прости, наша контора не предоставляет. Ну, окей. Снова через опочивальню. Будь здоров. Так что там? О, что это вы делаете? А, спортсмены. Что-то те ребята про пожарную лестницу интересненькое говорили. Сейчас опять за мной погонится один из этих монстриков. Ну ладно, давай мы его встретим. Теперь будем делать. Сюда не вкручиваются лампочки. Отнюдь. Ну, эти боковушки я вроде все обследовал. Где я вылезу, что-то я никак не соображу. Ныряем нафиг, пофиг где вылезем. А, все, понял. Быстрее, быстрее к входу. Сейчас погонится тварь эта. О, ободраны. В этот раз что-то он легко замочился. Все, я понял. Значит, то окно для быстрого, но опасного возвращения. А, это пианино. Значит, мне только сюда остается. Блин, куда же мне теперь податься? О, что-то нашел. Что-то очень интересное. Я думал, и коляску инвалидную можно забрать. Но нет. Последние фильтры. Или не последние еще. Будем надеяться, что нет. Чемодан! Больше ничего интересного здесь нету. Уходим, уходим. Так, еще что тут у нас есть интересненького? Ничего, по-моему, да? Все, валим, 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 валим. Сейчас без фидеров останусь.
мне еще на обратную дорогу они нужны будут. А что же это? О! 8 февраля 2033 года. 2:47. Библиотека имени Ленина. Центральное хранилище. Некогда мне это прослушать. Не хотел вам надоедать, но не забывайте. Библиотека — самая опасная тварь в городе. Ты чё, библиотекарь есть? Не провоцируйте его на драку. Не спускайте с него глаз и не думайте стрелять. Пока смотришь тварь в глаза, она почти... Знаете что, я хочу вернуться. Удачи. Причем тем же путем, что пришел сюда. Пока у меня еще есть запас фильтров. Бежал. Еще 52 секунды осталось. Опять бегут. Какой шустрый! В этот раз я, кажется, нашел логово библиотекаря. Конечно, где ему еще, как не в библиотеке сидеть? Эй! Это определенно пригодится. Держи. Я рад, что ты оценил. Я держу. Я не слышу, дзинька. Почти 2/3. Удачи, сталкер. Ну чё, мне хватит, как думаешь, на нормальный костюм? Патроны вперед. Я понимаю, чувак. Продаем пистолетные. Так, патронов у меня пока еще достаточно. Покупать их незачем. А, маску менять не приходится пока. А вот с фильтрами 1.5 минуты. Идет. Так, 124, да? Купил. По 25. Нехило ты бабло рубишь, чувак. Да. Ну что ж, снова через опочивальню. Счастливо. Разве ж с вашими драконовскими ценами накопишь на костюм, блин? Последний рейд на сегодня, наверное, сделаем. Да, я уже знаю и жду.
Да ты куда полез? Черт. Там набрал, черт его знает. Не надо меня бить, я и так весь уже избитый. Конкретно хапнул я радиации, конечно. Нравится мне этот звук. Опасаюсь сейчас стрелять. Вот черт! Это библиотека из метро 2033, я узнал это место. А это совсем не библиотека, по-моему. По крайней мере, не тот, что там был. Капец. Вот так. Не связывайтесь с библиотекарем. Ну ладно. В следующий раз буду умнее. Ну, в метро 2033 я их убивал, правда, с большим трудом, но... живых ни одного не оставил. Ну а пока на сегодня все. Увидимся.